Так, всем привет, чуваки. Шо, здорово, 27, чувак. 27 чуваков на стриме, прикинь. Уровень. Чё, как дела, чуваки? Так, надо анонс запилить. Анонс. Иди, бачело. Ананас. Ананас. Урод. Козёл. Ты на кого бочку катишь? Алло, дядя. Дядя, ты не прав. Так. Сейчас мне будут объяснять в рандоме, как неправ мой леопёр. Слышь, чё, подонок, а как думаешь, кавалерия это наземный отряд? Или конечно. Пехота это наземный отряд? Ну-ка, и то, и другое наземный отряд. А? Кавалерия это на конях бегают. Коняшки, да? Да. Круто! Слушай, я даже и не знал, чувак. Что кавалерия это на конях. Неандерталец, ничего не знаешь. Ой, лол, у меня графика на максимум стоит. Убрать быстро это все. В бой! Оба чатики отдыхают на базе, норм. О, фрезы, нормыч, все по плану. Ты на ВР 8 рот? Конечно. О! Я нашел этого. Того, ёпта. Фаната Джова. Джов один? Не-не-не, короче, на степях позишн есть. Один на нулевой. Когда арты нет, тогда заезжаешь и расстреливаешь танки. Особо тебе там ничего сделать не могут, если правильно делаешь. Надо, чтобы башня только крепкая была. А почему фанат Джова? Потому что он рассказывал, пропиарил эту позицию. А, лол, прикол. Сыкать на все четыре стрелять так-то. Вот стабилизации просто нету этого танка вообще. Он там стоит и игру делает, по сути. Там какой гоп отряд приехал. Повреждение.
остановился. С позиция очень плохая. Ух ты, я не с фул сведения попал на леоперде, прикинь, Кирилл. Че, должен был попасть? Не, ты я говорю, себя попал. В зеркало видел? Попал, наоборот, я ж удивляюсь. Ну ты себя в зеркало видел? Ну так я и, блин, удивляюсь, типа урод такой и попал еще. Ну и че, ничего удивительного. Как раз такие уроды, как ты, только и попадают. А, окей, понял логику, все. Все, сори. Знаешь, что сейчас буду? Я на ИСЕ третьем буду БК тестить в рандоме. С десятками? Да, просто буду ездить бортом, чтобы не взрывали БК. Гиллоу прикол, а мне нра. Не вообще. Нереальный кабан. Как тебе только такие идеи в голову приходят? Они же базу возьмут. Эти уроды. Не пробил. Конечно, надо, чтобы полетело. Не туда, куда надо. Не пробил. В дальний лист. А вот до конца не досвелся капельку, и все как надо летит. Понятно. Короче, это такая пушка нереально конченая. Что я увидел? Стрим запустил, в комментариях первое сообщение. Блин, я ВГЛ смотрю. Кто-то смотрит ВГЛ. Так что, получается, что мы на правильном пути, что ли? Точнее, ВГЛ на правильном пути. Долго мне тебя ждать, а? Кирилл? Понятно. Какашечная карта. Бой начинается.
даже в него стрельнуть не могу. Вот, суть быстрого танка. Хочешь хоть что-то в теории поделать в бою, ты должен стоять как ПТ. Для чего тогда скорость нужна? Конечно, могу рисковать и там что-то свешиваться, стрелять, но итогу мне даст арта раз в борт. И они дадут в борт. Не в борт, а так. Точнее, рисковать не буду. Вообще-то танк ошибок не прощает. Нейлом по мне засвет или нет? Спина, офигеть. И что-то кажется, что мы здесь примерно в ноль сольем эту катку. Сейчас арта положит на Бартевич. А, кстати, вот через кусты весна можно стрелять. Вряд ли. Понятно, все просто в ноль везде слились. Ясно, понятно. Бачата на КД, не подставлю. Средняя тупо некуда. О. Момент, когда надо уезжать, я в свету. Еще они играют правильно, бачат, они даже не стреляются, они просто подсвечивают, арта все разламывает. Такие даже не дают возможность зацепиться. Заезжает все. Надо. Да. Я хочу увидеть статки этих профессиональных игроков в нашей команде. У них взвод бачата все сделал. Просто приехал, даже не стреляли особо. Все умерло от арты, от танков. Все стоят в пермоменте, никто нигде не сейвится ни от кого. И умирают. Еще слился и правый фланг в ноль. Е75, С4, М103. А сдохли они там от кого? От СТ-шек. Объект туда приехал. Чего я не понимаю. Зато вот он. Тянет. Никак вытянуть не может. Ну вот, нормально, да? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, можно сказать. И это тоже 0.
Это все 0. 9 его левела тяж 0. 1, 1, 1 дамаг. С ПТшки 10, это тоже 0, это тоже 0. Это вообще забей просто. Команда мечты. Два взвода зарешали просто все. А, ну вот, тут взвод такой 46%. Они просто, ну, вот 46-47 винрейт у них. Они просто что-то приехали на бочатах. Типа, скорость есть, ума не надо. Куда-то полетели, что-то приехали. Вокруг все светится, в них никто дымак не вваливает. Они катаются как хотят. И итогово противники для них. То бишь мы умираем. Урод, ты на восьмом? Да. Да, ёпта. О, мне медалик дали, чувак. Гиена огненная. Классный. Все, ну я у мамы теперь пожарник. Бой начинается. Воин огня. Fire Warrior. Победить в 5 или более сражений на глобальной карте в рамках события «Мир в огне». Какая трудная медалька, батюшки. А, кстати, что там, голду? О, голду дали. Еще вчера. Сколько, по пятнашке? Норм так. Реально норм. Ой, да даже никто не попробовал заехать. Вот они, СТ-шки. Божественно. Хотя из СТ-шек у нас только 69-ка, в принципе, никто и не мог. По таймингу отстреливается. Только не попадает. Опа-опа. Ой, как я промазал. Ты ко мне приехала. Тигер. Тигерик. О.
Надо было выстрелить, когда вот эти кусты были перед ним и мной. Получилось. Я не засветился. О, да! Ты скоро там будешь, урод? О, да. Кирилл, о, да. То, да. О, да. М? Ну, сейчас, подожди. Эта пушка такое... Конченное говно. Какашечное... Кашка. Слышишь, нельзя матюкаться, урод. Где? На стриме где? Ну, чё это? Потому что... Хочу и матюкаюсь, всё. Я бэтбой. Чё, а чё ты мне сделаешь, а? Вот чё? Ну, я во взвод. Я том же говорю, ничего ты не сделаешь, сопляк. Ты бессилен. Во взвод не возьму, урод. Будешь плакать. Не буду. Будешь, я же знаю тебя. Нет. Будешь как мразор плакать. Лидер. Столько надо времени на этом танке, чтобы дать один дамаг. Это просто капец. Лидер. Все четверо флоу, я не хочу ехать на нее под арту. У меня танк какашечный. Нужно объехать и убить через кусты под Т-шку. Ты ж, чувак, там какашечка. Вау. Эй, лол. Джубай, 16-е. Ты будешь инвайт кидать или нет? Подожди, у меня бой. Много еще? Так, надо поехать тройку убить. Слышь, Лола, чё этому британскому тяжу под калибры понерфили? У него ж вон как у Яктигра были. Ой, хрен знает. В натуре 326, было 350, по-моему. Купить что ли? А, у меня он куплен. Поездить что ли на ФВшке 215-й? Тяж который. Он норм? Ну, 7 выстрелов в минуту. Как норм? У него ДПМ хуже, чем у СТБ. Да, все 4 станулось, можно значит пушить.
Опа! Клиентский прицел сразу чувствуется. Не хочу его крутить. По дарту выезжать. Нюхай, тракторист. Иди танцуй, пианист. Что, 50-100 развалит? Прикинь, чувак, на этот можно ставить на ФВ-215Б сверхтяжелый противоскорочный подбор. Просто 1,5 тонны, чтобы она 70 килограммов весила. Прикинь. Воу, прикол. Грубиян. Можно ехать. Готов. Нафиг у меня Федя в ангаре, чувак. Не знаю. У него пушка хорошо пускается. У Феди? Да. Зачем Федя, когда есть борщ? Танкует. Брутальный. Ничего он не танкует, чувак. 5400 дамажика. Так. Олег, будешь ли на толстопаре 9-1 играть? Нет, не буду. Там такой аб жесткий, да. Прям все решили стариной тряхнуть. Так, рекламочку. Уар, ты нет, сейчас буду танчить по центру, чувак. Да у них вон ФВшка за арту пойдет. Ничего, меня знаешь что, ФВшки на 300 урона пробивают, угу. Не ну, финтусики, как тебе такой ну, поворот? Ну как арта обычная тебе так положена. У меня сверхтяжелый подбой, чихал я на них всех, ёпта. Смотри, даже, как умею. У тебя даже колготки не надеты, блин, сверхтяжелый подбой. Голенький ездишь, не стыдно? Бой начинается. Чувак, нас хотят это, того. Что? Ты видел, что написали педики? Нет. Они хотят нас. У меня чат включен. Написали, что хотят нас отъебать. Пускай пусть догонят. Не кайф. Я уже съебываю. А что, тебя уже ебут? Нет еще. А ну норм тогда что-то. Ну могут начать, я боюсь. Знаешь, ожидание этого хуже самого процесса.
Хотя я думаю, тут это... Как ты там попадаешь? Этот принцип не работает. Чувак, мне нужен свет. О, я в 69-ке заблантил, лол. Лол, прикол. Хе-хе, профессионал. Я буду пушировать, по-моему. Давай, пупсик. Что за... Застрял... Вот как... Вот... Ай... У! А! Пожар. Опа! Пиздец я. Ты можешь мне это, помогать? Могу, наверное. Помоги мне, помоги. Я еще не пробил его. Помоги мне, ради бога. Я буду помогать. Они вкусят того, кого не надо. Добью я 75. Десять секунд. А Бен на... Бэшка на КД, да? Бэшка, на да. На куслю обнови, я добью. Обновил. Хорош, Кирилл. Красавчик. Вообще. Профессионал. От бога. Пушу дальше, чувак. Давай, давай, давай. Главное, не останавливайся. Нет, ты чё, промедление смерти подобно. О, да-да-да, ту-ту-ту-ту. Не финтусики по болоту, 13 км, ёпта, наваливаю. Чувак, на гусле 30-ка, 30-ка. Да-да-да-да. Просто на блюдечке тебе вынес. Какой же ты урахитный урод. Знал бы, не ставил на гуслю. О, ФМшка, чё, я дал ему дамажик, ты чё? Ну давай, давай. Чё такой дерзкий, слышишь? Кирилл, успокойся. Да сразу, видел, сколько он мне снял? Хе-хе-хе! Я просто контрю этих уродов всех. На-те, говнюк, ёпта. Сейчас еще тебе хребет переломаю, понял, вонючка? Ты с кем шутишь? Don't mess with Кириллоид, ёпта. Чувак, меня хочет... Я его не пробиваю в борт. В очко себе стрельнул. Нимоня. Йоу, чувырло, светани мне ФВшку. Или Яктигра. Сама чувырло, слышь. Сама свети. Блин, ну я не откачу от нее. Ой, лол. Прикольно. Мне кто-то просветил. Свети, слышишь, едь. Черепашка по имени Наташка. Они не хотят спускаться начать. Там хэвик фуловый. И там этот камень.
Хорош, Кирилл, классно боролся до последнего. Не пробил. Ой, гусли эти конченые. С какого хрена у меня вообще голда стоит? Не пробил. Понятно. Это божественное орудие, отвечаю просто. Где флешка куда-то уехала? Лол, стой. А когда я убили ФВшку эту, слышишь? Уничтожен. Я что-то... Кирилл тут? А, чё? А когда ФВшку убили, слышишь? Давно? Когда-то. Не знаю. Я знаю, что у нас Фош фугасами стреляет. Он сейчас Семёре 300 урона нанес. Лол, прикол, да? Понял, понял, кто тут царь, а? Уроды, нормально в саппортили вообще, уравнял их базу просто под ноль. Дробилка. Привет всем. Привет. Привет, левша. Ага, понял. Намек ясен. Все, иди отсюда. Как тренироваться пойдешь? Ну и все нормально, пройдет на этой неделе с малым, то на следующий пойду. Здесь надо отдельный гайд записывать, как он нервничает. Записал бы. Да не, завеч. Я думаю, много понимающих. О, не фентусики нас закинул, чувак. Ооо, я сейчас просто справа прорашу. Пушер, блин. Едь. Ехай по центру, вот так вот. Ну ок. Ну, я и говорю справа. Это вообще-то правая верхняя часть карты. Ближе к середине. А ты где? Вообще-то. Я в очке. И как там? Но? Воняет. А, лол, ты в другой стороне. А чё, меня тогда убьют, чувак? Да я приеду к тебе сейчас. Там... Ну, давай. Я тогда расширую. Давай, давай. Не, знаешь, в чем фишка, я просек. Короче, это танк говно. А во-вторых, он еще говняней, когда ты едешь и по тебе сверху стреляют, тебе в крышу накидывают и все. Брони нету. А, это поворот. Да. Поэтому мне нужно, чтобы меня сверху крылья, а в лоб я всех растерзаю. А Крусайдер назад ездит, это нормально? Да, он бы, у него же там 50 километров назад, по-моему. Лол. Это арта, да? Да. Он жопой ездит. Лол, прикол. Черт, ты меня обгонишь сейчас. Просто когда я вкачаю Е3, я на ней буду играть, потому что это нереальная имба. Ты согласен? Возможно. У нее вот 6. Вот он этот. Есть отставить цель. На 666, ты видел? Просто адский сатана. Писику попал ему. Есть
чё, чё, Олег, прикрывай, прикрывай. Фаширую. Бьёшь говные до слива? Да. Это вот спешка, ну в принципе там спешить только вариант, потому что так могут убить. Короче, меня леопард этот парит своим орудием. Нереально. Стабилизация просто отсутствует. КТ такой тупой, вместо того, чтобы поехать и получить от меня на пол хп, он сейвится. Уже и сухо, надеюсь, прострелит для них. Навкает вообще, что ли, или что это? Думай, прицеливается. Пускай на туалете идет думать. Там он тоже думает. Ой, лол. Давай, влазь на меня. Вы чё, не стопнули его, что ли? Ой. Чувак! Шо? Я не успеваю. Меня арта знаешь, насколько надамажила? В крышу. С пробитием на 150. Уж у меня подбой. Так бы на 300 кинуло говно. Хотя не на 200. Ай, короче. Лол, прикол. Это танк такой никчемный. На нем невозможно нормально играть. Ты ничего не можешь делать, да, по-быстрому и четко. Никчемный. Я зато могу делать много. Быстро и четко. Поэтому не страдай херней, садись на Т-95. Что ты знаешь о безысходности? Лол. Ну ладно. Ой, как больно. Ты видел, он мне прям под... Сколько он снял мне? Он снял вообще что-то? Я не видел. Вроде нет. Я просто еду, по мне все стреляют и умирают вокруг. Да, мне тоже нравится этот аппарат. Причем я не знаю, какими надо быть даунами, чтобы с новой точностью не, не выцелить какие-нибудь лючки ему там НЛД. Он же говно. Я ему 4 из 5 попадаю всегда, куда надо. Взять, что ли, восьмерку? Тебя сзади, Ису, урод! О. Мне нравится, знаешь, чего от больших калибров сделали? Там, когда попадаешь, там такой звук, как будто сыпется броня. Такая...
Ну ты понял. Не, восьмерок говно, бери Е75. О, стой, да я сниму их с Е75, ёпта. Ха-ха-ха, зарядка 13, почти 14 секунд, как у кваса. Немецкая мощь. О, глянь, какой хороший баланс относительно. Так я поэтому играю на восьмом сервере. Не, говно, тут еще восьмерок должно было штуки 4-5 быть. Тогда бы идеально было. Гоуна право быковать. Я буду типа вот анкованить. Ставить. Инспир. Есть на румкатке? По которой можно что-то какой-то видос запилить. Да нет, наверное, а чё? Так, кому хочешь? Тормоз вообще. Ну я, допустим, знаю как минимум одну норму, более-менее. Где-то десятку на ФВХе ты настрелял какашечный. Ну и... Понятно, с тобой он разговор тупой, очень тупой. Продуктивный. Не, а, ну и, и они все едут туда. Слышь, чувак, а тридцатку вообще в говно понерфили? Ну, мне не понравилось. Когда ты на ней ездил? Ну, редко езжу. Че-то она не пробила. Иди вачела! Чувачела, иди вачела! Всегда бы таких напарников не взять. Попал в бой с десятками на девятки. В нолик бирюсе. Да уедь ты, чувак. Ты что-то приехал мне тут, Миш. Ты танкуй лучше, блин. Что ты дымах тут воруешь? Я танканул, ты видел, бро. Слышал, да ты. Ехай, врывайся. Кирилл, вы ты можешь не останавливаться? Ты как инспир. Такой урод. Слева 54. Ну понятное да. Дело, что... Ты куда поехал? Остановись, да. Кирилл танкует, хули. Вот он, стиль. Поверни направо свой корпус, никчем. Да я в жопу хотел этому стиль. Слышь, за контроль этого. Я танканул. Класс. Просто... Что вы все не мешаете катать? Давай этого же. Ща дам пулю. Ебать, у тебя ой. Страйк снаряд улетел прямо вниз прицела. Чувствуется танкую, точность, урода. Да? Ага. О, минус 2. 2. Минус 3. 2. На катке. Обнови. Доберу. 2. Отлично. Слушай, это, наверное, реально сервер какой-то таунский, потому что тут броню не пробивают, чуваки. Так что в тебя стреляют не десятки. У меня пинг 130. Лучше идет катка.
Наоборот, не даунский сервер. А где сервер, этот сервер? А нормальный сервер. Где он расположен, этот сервер? В Москве. 8-й в Москве? Да, где-то там вроде. А чё у вас пингов 100? Я не знаю, он какой-то, наверное. В какой-то другой Москве. Это нихуя не Москва. Это Москва, Махачкала. Извините за выражение. Это даже не столица Урала. Что столица Урала при чём здесь? Да он... Он в своей столице Урала живет и думает, что вокруг него весь мир так и есть построен. У вас даже там эти облака оранжевые от копоти стали. Не пробил. Не пробил. Ой, домики какие-то. Чего урла добьемся? Объект. Понятно. Что это непонятно? Танцируй, ёпта, давай, давай. Оп, оп, оп. Медали, финту себе туда я Кирюля. А где? Ебатор. Он где-то. Пишет Ру 8, Дальний Восток. Да, ну ладно. А, то есть это где-то. Этот какой. То самое, ага. Это да. Короче, на Дудой. Как бы там бы, туды. Сюды. Блин, как его. Забыл город, короче, самый. Владивосток, во. Новосибирск, это Ру 4. Новосибирск это центр почти. Ну ближе, конечно. Где наверное. Этот босс? Мне, короче, до Кемерово 3 дня ехать поездом, лол. О! Он даже, наверное, не поехал никуда, да? Он, по-моему, застрял. О, классно, пишет, ты замутил. Пишет, что ты сегодня веселый. Ты на тренировочку сходил? Ты все предыдущие стримы ты ныл, говорят. Я ныл? Потому что он соло был. Вообще я уже... После того, как я вернулся, я практически не ною на стримах. Чё, прицелился в Е-95? Е-95. Он заехал. На будку хоббитиную. Как она? Нора. Хоббитов норы. Разобрали бедолагу. Так, реклама. Блин, а почему у нее обзор 380 всего? Я бы сделал 420. Так зачем тебе бои-то, я не понял. Я... себе придумал YouTube канал. Туда надо видосы прикинь выкладывать всякие. Выкладывай тоже, что и Нави выкладывает. Нормально будет. У меня есть всякие разные бои, блять, но там до как бы до крутого боя чего-то не хватает. Можно не супер крутой, главное, чтобы было что-то интересное. Фишки, ну, не интересное, но наград там. Приемы какие-то там такие. Может, что-то покатался, где-то светил. Что-то разводил, мутил. А может, где-то, кстати, остался. Надо посмотреть скриншоты. Я когда нормальный более-менее бой бывает, я скриншоты делаю. То ли я на EC8 позорного взял, сейчас посмотрю. Гору берешь? Нет. Почему?
я не успею. Единственный быстрый танк. Не берешь гору. Не, реально светонить было, да я пулюху дам. На 700. Ну не знаю, такое себе. Он стрелякой. Почему не ты могу, через скалы не стреляешь? Вон. А, у меня, кстати, есть кое-что. На ИС-8 Хадина взял. Не финтусики. Не финтусики. Вот это медаль, а как ты ее взял? Расскажи нам. Ты пульки все расстрелял? Нет, там, там просто сам бой интересный. А, интересно, да? Класс. Ну, и пришлось кататься. Хитрости всякие, да? Светани 75. О! О! Есть на ФВшке. О! 8 фрагов еще. Понятно. Короче, на ФВшке есть 8 фрагов, 8000 урона. Интересен такой был. Я не помню, что там было. И у меня катка, я думаю. Я не думаю о тебе, я думаю о катке. О катке. Дай ему стрелять. Башенкой ворочает живой. На Центурионе есть спартанец, остальная стена. С урона там. Ой, еще сейчас. Че ты светишь там, Че ты светишь меня? Можете убить эту гадость на горе? Нет. А я к Пинтеру. Нет. У них ничего не торчит для меня. Вот ты свой жал только сейчас. Кстати, у Коли есть... Какая косая кого. Слышь, Страйк, у Коли, короче, есть... три реплея. ДД, да? Где я там этого взял. Решающий вклад. Может это будет интересно выложить. На! 54-очки в пиндюре. Что за труп тут, а? Развалились трупы всякие. Не светите меня. Но! Я тут бонсирую, как, блин, с 3 лет. Олежка, уезжай, я сдержу их. Олег, оставь меня, я буду держать их сколько могу. Едь, останься, ты еще молод. Олег, живи. Лол. Так, конченый сервер, пинг, лаги. Зелебоба. Но не руки. ВЦГ. Стопните восьмеру, стопните восьмеру. Ладно, можете не стопать. Хе-хе, три топора. Реклама. Лол, да что за пушка, говно такое? Поставить цель. Она нормальная, только когда попадает, пробивает и наносит фулку. В остальных всех случаях говно. Справедливо? Самозатопление из 8. Решил пацана это окружить и утонул. О, чувак, тут рашируют, чувак. Так а чё, тебе же классно. Я специально уехал, да. Чтоб ты настрелял, пупсик. Лол, прикол, давайте едьте. Бастион демократии не возьмете, ёпта. О-о-о-о! Давай, давай, сюда. И ты топиться, что ли, едешь? Иди сюда. Подонок. Капец, что тут за... Но! Хо-хо-хо! Давай, чё, нет? Чувак, давай!
Я расширую, Олежка. Где помощь треба? Меня тут КВ-13 нагибает. Боевую кладку сходу. Но! О, конечно же, конечно. Врум, врум. Я центурион, короче, чувак. О-ня-ня-ня-ня-ня. Мне стреляет твой центурион, слышишь? Мне сейчас еще рта убьет. О! Класс! Какой рикошет? О чем вы, товарищи? Стреляй, стреляй, мне центурион. Лучше ты, чем ПМ-40. Где он уже? Ну, здесь вот где-то. Разве? Съехал? Ну, можешь выше чуть. Ну, урод, ответь. Не финтусики, понял, ёпта? Кто тут батька? Хе-хе-хе! Сопляки. Вот играл на тиммейта. Вот специально играл да от тиммейта. Да ты просто там не мог дамажить. Спасибо не скажет говно, никогда. У тебя танк. Говно. Ты не мог там дамажить, там мог только я реализовывать свою крутость. У тебя мастеры есть сейчас за этот бой или нет? Нет. А я не знаю. По-моему, нет, нету. Мне даже первую степень не дали. У них 4 коричневых какашки. Нехило так надо на нем на мастера. А что делать? А чё, ну 6000 урона я получил, сколько там, 1700 опыта. Слышишь, что, что делать, Кирилл? Я поеду налево, встану тут и все, и буду стоять. Норм, страта. Блин, коричневые, коричневые. Что у нас с СТ-шками? Вообще надо поджиматься в идеале. Поедут ли они поджиматься? Блин, он уже хочет в меня стрелять. У них десяток много, стэшек там будет раш. У нас их 4, я бы сам зарашил. Ну тогда ждите меня. Хорошо. Ой, кривой идиот. Кто? Я кто? Все ясно. Че, не дамагируешь? На этом танке нереально дамагировать. Мне просто начинает в очах вспоминаться. Жопень горит.
него башня ворочается очень медленно. У него это минус 6 всего, да, склонение, да? И башня еще говёная. Минус 6 всего. Ну, это мало. Это не так уж и плохо. Для танка, у которого нифига нет. Как это нет? У него перед скорость. Ним кто-то стоит, что ли, или я не понял? Он выглядит классно. И все. Леопард, прототип. Ну. Нифига. Ну, первый леопард выглядит. Первый выглядит классно, так он и получше во всех остальных компонентах. Почему там минус вот это 9. Вот, вот это вот, что у нас стоит, не стрелякает вот сюда? Потому что, сказать тебе почему? Скажи только не громко. Потому что иди нахуй, вот почему. Понял. Че, врубаешься теперь, да? Давай я сейчас танцировать буду, чувак. Я доехал, можно расшировать. О, выстрел пошел на полкорпуса отклонения, нормально. Врум-врум. Лол, прикол. Не пробил. Арта такая кривая, уже два трассера и мимо, даже сплэш маленький не положили, микрописечный. Но! Там Тартойс еще, чувак. Кажется, я в него попадал. О, на минус 9, ты видел? На минус 4. Ну, конечно же, я не попаду. Слишком ли ты обнаглел, если 85-й? Вот такая вот катка, бодрая, бодрая катка, блин. Изи победа, но при этом совсем не интересно. Ну чуваки, ну подождите, пузы. Я 7 урона нанес. Хорош. Дива чела, да. Я уже не так. Понял. Я все понял. Ты не пробил его? Нет, я в него не попал. А, с 50 метров, да. Ну ладно. Ну ладно, я не сводился. Ну, 50 метров как. Кстати, я по Тартойзу попал? Нет. Попал на пулемет, да? Пушечку меня выбил, пупсик. Но, ёпта. Сколько КД у 268? Секунд 13-14. Я не знаю, сейчас его понерфили там или нет. Было, по-моему, 13 с копейками по 14. Все, по-моему. Это со всеми наворотами. Понял, Макс? Да-да. Он рикошетом второй раз. Не повезло, пацаны. Лол. Эй, короче, арты здесь нет. Неужели Маус выехал, а я в низину спустился?
Но! Да! Да! Ха-ха-ха! Сучка! Я в такую письку попал, ты бы... А я в письку своего 90-ника попал, прикинь. Классно как все. А нефиг ездить. Да. Пускай стоит, урод. Где это коричневое чудище? Эй, блин, два раза над духом 44 пролетело. О, моя любимая карта, я в центр. Что же за карта такая? О, класс. Слышь, чувырла, я сюда еду, короче. Во впадину буду расширивать аллею. Или просто может аллею поехать, а? Сейфово. Я не хочу с тобой разговаривать, ты меня обзываешь. Кончита. Ну ладно, окей, давай ты будешь Кончита, а я Чивырла. Сука. Нет, давай ты просто будешь Чивырла. Не-не-не, по-любасу ты Кончита. Тоже на К, все логично. Кирилл, Кирилоид, Кончита. Читович. Что это? Этот рельеф понаделали здесь. Ой. Капец. Я, кстати, видел недавно на Ласвеле ИС-4 с D25T. Да я видел тут недавно на этом... На Рубенберге. Взвод ИС-4 с D25T. И как, норм? Норм, мы выиграли. Чувак, я почти доехал, еще 5 минут. Окей. Что-то ИС-8 по сравнению с СТ-шкой вообще не чувствует преграды никаких. Там вафля светилась J1? Да я не смотрел. Я же этот нубла, нубас, который не может... Технологии. Технологии. Чувырла, я сейчас буду расширивать. Почему ты отъехал? Чуйка, чуйка у чувака. Врум, врум. Держите меня, семеро. Мне арта накинула прямое. Класс. На 300? Нет, на 600, на 500. О, по мне это вафли разряжаются. Приятно. Минус 2. Массирует? Минус 3.
Че ты мне эту инфу говоришь? Мне покс. Ну, типа... А, типа концентрация, чтобы не терять, я понял. Тех ребят не сломали еще сколько хп. Норм, все. Еще как волнуюсь. Не стреляй по своим танкам, смотри, сколько у тебя хп с чеку. Кончи там, блин. Какая же классная пушечка. Ты урод, лучше 54.1 контрил.